Хорошо, что ты напомнила. Переженить вам обычно всегда про любовь говорят. Так уж принято. Ну, как ты, Надюша, насчет любви? Я тебя очень уважаю, Ксан Саныч. Ты очень хороший. Ты очень добрый. Ты все на свете делать умеешь. Все-все. Значит, не любишь. Постой, я привыкла к тебе, Ксан Саныч. У меня на свете кроме тебя никого больше нету. Успокойся, Надюша. Ты кого-то полюбила, Надюша? Я никого не полюбила. Ну и с тобой. Я тебя очень уважаю, Сан Саныч, и привыкла к тебе. А вот. Что ж, сердцу не прикажешь. Ладно, тебя не держу, это я сам во всем виноват. Старый дурень, ни с чего думал-то. Ну а ты-то, Ксан Саныч, ты-то как, любишь меня хоть немножечко? Я? Ты, Ксан Саныч. А как же? Я думала, хоть ты. Как мы жить-то будем? Другие любят, а мы вот так. Просто так. Успокойся, Надюша. Вообще-то, живут и без любви. Но с любовью кто ж спорит? Лучше? В семейной жизни любовь, я так понимаю, вроде цемента. Крепче как-то делается. Но я тебя и так не брошу. Ты не переживай. В конце концов, комната. Может, попробуем, Надюш. Живут же как-то люди. Надюш, еще не поздно. Как ты скажешь, так и будет. Решайся, а то девочкам в коридоре холодно. А может, ты решишь, Ксан Саныч? Нет, Надюш. В семейной жизни женщина-председатель, тебе и решать. Ничего. Как-нибудь переживу. Табуреточку я доделаю. Хорошая. Комнату жалко.